Всем добрый вечер. А времени у меня 19:19. У вас это утро. Начнем это видео с хорошей ноты. Вары имба комс рукожоп. Но снимать я буду на другую тему. Двое человек за день меня попросили снять об усадьбе. Естественно, как обычно, все об этом знают, но кое-кто не знает. Начнем, точнее, продолжим цикл познавательных видео, да? Так, ну, во-первых, усадьбы бывают трех видов. Обычные усадьбы, красивые усадьбы и роскошные усадьбы. В данный момент я нахожусь в роскошной усадьбе, она там вся выложена кирпичом, все красиво. В чем, собственно, их отличие? Обычная усадьба, в ней изначально меньше грядок, чем у красивой. Ну и у красивой меньше, чем у роскошной, естественно. Меньше в складе ячеек поначалу. Меньше дают зерен, семян, семчух тоже. А рыба, вот я не знаю, какие виды рыб там дают, но по количеству одно и то же. Апая уровень с 1 по 10, да, у нас на складе увеличивается количество ячеек. Сейчас у меня усадьба уровня 4, потому что я свою 8 или 7 уровня нечаянно снес, о чем очень жалею, но сейчас я об этом не жалею. Ячеек у меня открыто в роскошной усадьбе, вот. И еще вот сколько есть. Далее. Грядок у меня на 4 уровне 4 пока что. По сути, если вы не донат, да, вот раньше было, если я свою усадьбу купил за 10 тысяч алмазов в свое время, потому что в казне раньше не было усадеб вообще. Если вы не донат, то вам обычной усадьбы, в принципе, достаточно будет. Ее можно выкопать из оранжевой карты. Красивую и сейчас, в данный момент, красивую, обычную и роскошную можно взять в казне. Они там рандомно, если вам выпадет роскошная, то вам повезло. И сейчас они, в принципе, стоят недорого, их можно купить на ауке, их можно купить у игрока, либо попросить бесплатно у какого-нибудь из вашего друга или подруги. Про питомцев усадьбе рассказывать не буду, потому что я уже о ней говорил. Чтобы вам давали зерна и рыбину, вам нужно ее обслуживать. Чтобы ее обслуживать, нужно ложить один обслуживающий инструмент и 100 тысяч золота. Ложится вот сюда, в усадьбе, поместить орудие обслуживания 109, хорошо, поместим. Поместить золото, давай еще лямов 10 положим. Все. Если вы в VIP-15 и мажорик, вы можете положить вот сюда алмазы. У меня их аж целых 35. И у вас будут в день снимать вместе со 100 тысячами золота еще и 1000 алмазов. Но ваш опыт усадьбы будет расти там в 2 раза быстрее. Так. Орудие обслуживания. Где его брать? Если у вас хотя бы минимум VIP-1, то вы можете брать у VIP-гонца каждый день. Их там дают 2. Также, насколько я знаю, пройдя там какой-то 5-й или 6-й уровень башни предела, как я слышал, потому что я сам в системный чат не заглядывал, там дают эти тоже орудия обслуживания. Также орудия можно найти с боссов, которые вы выкапываете оранжевые карты, валите боссов, ленивых там вроде, потому что у жадного я не видел, у ленивого я видел. Также орудие обслуживания можно достать. Все, ложите орудие, ложите золото. На следующий день его снимают у вас с усадьбы. И через день уже, да, на второй день вам на почту приходят семена. Не дам вам пароль второго уровня. Приходят семена и рыба. С семенами все понятно, вы их сажаете. Вот как я сейчас делаю. У меня сейчас семян уже нет, но у меня есть семена, которые остались с этого... Как они называются-то, блядь, башни. Сейчас мы 4 семчухи, значит, вскроем. Они тоже рандомные. И так как нам сажать, в принципе, пока нечего, мы посадим их.
Чинь-чинь. Посадил. Что-то там двухчасовое. Чик-пик. Трехчасовое. Пиздык. Трех. И угадайте что? Правильно. Хуяк. Все, посадил. Теперь про рыбу. Вот с рыбой, кстати, самая интересная вещь. С каждым уровнем усадьбы вам дают в пользование новый вид рыбины какой-нибудь. И каждая рыбина дает опыт от уровня к уровню все больше и больше. И какую-нибудь плюху. Ёбаный в рот. Ты мне мешаешь писать видосики, сука! Так вот. Кстати, кто у нас самый такой умный, как Вудка, и помнит, может написать, какая рыба на каждом уровне что дает, потому что я не помню. Я знаю одно, что сначала вы получаете там опыт, да, потом вы получаете какую-нибудь там руну поглощения, дальше там по уровню идет желтая пыль пятого уровня, потом зеленая пыль пятого уровня. Да ёб твою, почему когда снимаю видео, блядь? Потом синюю пыль пятого уровня, после пыли начинает там, или до пыли дают по 300 НЛО, потом далее оранжевые осколки, и там доходит до того, что потом тебе еду дают, вот эту вот, которая отменная еда, и на 10 уровне вам усадьбы, которые вы заебетесь качать, вам дают какие-то драконьи, какие-то лепешки, или как они там называются, вот, обмен предметов, смотрим, обмен предметов, вот они, золотые крылья, 99 чешуй золотого дракона, это такая рыбина. И когда вы ее собираете, сколько, на один день, когда вы собираете 99 этих осколков, вы берете эти крылья, они красивые, но они не дают ничего. Знаете почему? Потому что китайцы, это китайцы. Вот, это народ такой. Вот, поэтому нет смысла вообще качать. Я так подумал, поначалу я хотел растить уровень усадьбы, а потом задумался. Объясните, зачем мне желтая пыль пятого уровня и зеленая, и синяя, и оранжевые, ну, в данном случае мне, и оранжевые эти духи, чтобы можно было оранжевые шмотки делать. Зачем, если у меня всей этой пыли валом, мне ее как бы хватает, и я ее могу также достать, копая карты, ходя на ежи, в общем, проходя локи. Все это лишнее. Я должен, каждый из нас должен для себе сказать, что ему нужно больше всего. Вот мне в данный момент больше всего нужны НЛО. Тогда можно сделать так. Например, НЛО дают на третьем уровне усадьбы. Вы качаете усадьбу до третьего уровня, потом все, стопорите ее, то есть забираете золото, забираете орудие обслуживания, и она у вас всегда третьего уровня. Хотя нет, я вам соврал. У нас нет выбора. Потому что если мы не будем вкладывать туда ресурсы, нам не будут давать рыбу. Подождите. Или нам не будут давать семена, а рыбу будут давать. Кстати, вот тоже в комментариях опишите этот момент, потому что я тоже в этом нуб. Попросили меня снять об усадьбах, а я нихуя не знаю. Вот. Если это так, что если ресурсов не ложишь, а рыбу все равно дают, то это хорошо. Стопорите, значит, себя на определенном уровне усадьбы и получаете плюхи с этих рыбин. Потому что если вы пойдете дальше по уровню, вам будут давать больше рыбин того уровня и также будут давать ту чушь, которая вам не нужна. Если рыбу не дают, когда вы ресурсы убираете, то можно делать... Ну, это тоже, это вообще-то хреново, как бы, но и можно. Третий уровень, получаете НЛО, докачиваете до четвертого, сносите усадьбу и по новой качаете ее. Потому что вот я сейчас четвертый у меня уровень, я получаю зеленую пыль, дальше буду получать синюю пыль, оранжевые осколки, всякую ту чушь, которая мне не нужна. А НЛО мне как раз нужно, и я не могу его получить в том количестве, в котором бы я хотел. Что ты пишешь мне? Вот я в Ютубе зарегал, может, тоже буду снимать. Так это же прекрасно, дорогой мой странник. Снимай, а мы позыркаем своими зыркалками. Так, ну что по усадьбе? Зерна
сказали, да, как ее вкачивать, сказали. Рыбина какая бывает, сказали. В принципе, все. А, забыл. Сейчас я пойду пить чай со вкусным пирогом. Вот, теперь все. Потом так говорится. Не семена вам дают. Вам дают такие, типа, монеточки, блядь, ебучие. Там, в количестве n-ном. Мне, в данном случае, 6 штук. И заходя сюда, обмен предметов и обмен семян, вы уже меняете на то, что вам нужно. Может, вы рис жрете, либо кукурузу хаваете, там, алоэ, там, я не знаю. Там, любите колоться кактусом. Вот, и каждая плюшечка, что это дает? Нажимаете просмотр и читаете, что дает эта плюха. И растите то, что нужно. Я в данном случае качаю рыжие карты. Это семена ели пурпурные, вот она. Засранка. Вот теперь точно все.